Сережа, Сережа, не надо, о боже. Сережа из жопы моей полез. О боже, я так сильно пёрнул, что Сережа из жопы полез. Поддержку банкомата, чем могу помочь? Здравствуйте, я ваша звезда. Ну, и вас на сайте работает, ну, так сказать, звезда ваша. Вопрос по Ловенсу вам задавать или нет? Да, спрашивайте, какой у вас вопрос. Да я вот его засунул, да, себе, это, ну, вроде как ничего, все вот это настроил там, сколько там вибраций, сколько денег там туда-сюда, все эти моменты, да. Ой, господи, как сказать, вас как зовут, вы же меня простите. Я зовут Лаура. Я понял, Света, да. Короче, он у меня, по сути, перестал работать. А я звезда вашего сайта. Бунакама. То есть Бунакамс. То есть я здесь уже давно, мой ник Умка87. Умка87 я. Умка. Значит, не знаю, вы меня знаете. Должны знать, я звезда. У меня было когда-то 200 человек онлайна. То есть, ну, я звезда, по сути, здесь, в этом сегменте. У меня просто, ну, я в анальное кольцо засунул Ловенс. Ну, функция там один пришел, парнишка там вот с Америки, наверное, поддержал токенами. Туда-сюда я его вытаскиваю, он у меня что-то хрустнул там и сломался. Куда мне что, как можно решить этот вопрос? И, может, что посоветуете уже от себя, что как лучше его применять, чтобы таких проблем не было. Умка 87. Ну, если у вас сломалась игрушка, то вам нужно обратиться в поддержку Ловенс, чтобы они вам подсказали, как что с этим можно сделать. Но если она сломалась, то вероятнее всего... Нет, ну, так я понимаю, просто я все понимаю. Мне просто вот как поддержка, да, вот хотелось бы я вот как звезда вашего Бона Камса, я хочу знать, вот мне надо токенов побольше, что мне надо, куда сувать? Вы можете делать любое шоу, которое вы пожелаете, которое будет нравиться вашим пользователям, зрителям, можете уточнить в них. А можно, допустим, я буду, если нас будет двое, один под столом, а другой будет сидеть в игры играть, и типа я буду его гонять постоянно. Если у вас одиночный аккаунт, посторонних людей в кадре не должно быть. А как сделать не одиночную карту? Вам нужно будет добавиться в модель для того, чтобы... Я ваша модель, звезда. И его тоже, да, пену тоже в модель надо, второго. Да, нужно будет вторую субмодель добавить на аккаунт. Я понял. А сколько это стоит? Это бесплатно. А, бесплатно. А Ловенс тоже надо ему или это не обязательно? Это только по вашему желанию. Нет, да я просто хочу, чтобы токен туда, ну, допустим, 5 минут вибрации вот это Ловенса, да, в анусе. Чтобы это стоило $100, это нормально? Как я уже сказал, использование игрушки только по вашему желанию. Ну, я понял. А что можно так сказать, а что нельзя делать? Да, ну, в анальное кольцо можно швабру пихать? Если вас это не будет как-то повреждать, и у вас не будет идти кровь, то можете... Не, мне нравится. Я как-то дуршлаг сувал себе этот контейнер. Я понял. Да не, вы уж не подумайте. Просто я сам по себе, я человек серьезный. У меня жена была, она померла, у нее вагиноз случился, писька там покрылась этими ряпушками. Ну, это самое, конвульсиями. Ну, как они, пепеломы, хламидии вот эти вот было. Ну, я думаю, что она вот померла как раз год назад. Так я вот как засел вот на ваш сервис, очень нравится мне. Я вот сую себе всякие вот эти вот прибамбаши, басы. Сейчас вот смотрю, этот продается кролик резиновый. Думаю, попробовать бассейн поставить в комнату, воду налить туда и там плавать. Что скажете, с уточками? Как я уже сказал, если еще есть знакомый, тоже спрашивал про сервис, хотел бы присоединиться. Бартуха, у него девка там, она сама из Казани, ну такая малолетняя. У нее как бы лицо так себе, ну жопа большая, типа, ну и они хотят тоже вместе, он ей письку лизать. Можно такое или нет?
прямо на стриме. Все, чтобы... что не приносит вреда физического и не будет наносить какие-то повреждения, при которых будет видна кровь, можете делать. Я понял. Я понял. Ну, потлатые-то, а волосы, если на голове большие, такие грязные, висят тут такие глэковские, чисто ну, чмошные волосы, как у чма, куртки Бена, вот это, ну, поняли, да? Такие висят потлачи, вонючие, засаленные, немытые, потные все волосы, длинные, еще в доту играют, чмохи, чмошник. В Дискорде сидит петусара. Еще раз, у вас есть вопросы касаемо вашего аккаунта, либо же сайта? Умка 87, мой аккаунт. Можно как-то повысить рейтинг аккаунта Умка 87? Сколько надо заплатить, чтобы я в топе был? Нет такого аккаунта Умка 87. Умка 87, я. Это я звезда. Модель ваша, известная здесь. У меня уже там зрители онлайн. О-о-о. То есть я неплохо здесь, между прочим, будет вам известно. Вы, наверное, меня знаете, просто забыли. Я здесь как-то девок затмил. У меня на первом месте вот эти всякие Дианы, там, Олеся, да, Евы Абрамовы. Они все у меня уже внизу были, эти стервы. Я первый был, потому что мужчина сейчас в тренде. Ясно? Мужчина, я сосущий член. Соска, блядь, написано, любимая предпочтение соска. Да. Нашли меня? Нет, я не нашла ваш аккаунт. Вот он я. Сейчас я сижу. Я вас не вижу. Если говорить, вот он вы, я вас не вижу, даже по телефону с вами говорим. Да, я. Вот. Лимба. Лимба. Семь. Угу. Лимба, ну, тире семь. Это я. Видите? Лимба через 7, такого аккаунта тоже нет. Да вы что, издеваетесь? Аккаунт, в смысле... А, как у меня никнейм, я что-то не понял, чье описание. У меня пенис дэнс. Пенис тире дэнс написано. Вот, зайдите. Пенис дэнс. Пенис дэнс. Ну, пенис данке. Видите? Да. Да, вижу. Я вот помахал вам рукой. Угу. Вот, что мне можно изменить здесь, чтобы было лучше все сделать, процесс? А, уточните, пожалуйста, ваше имя, как указано в аккаунте. Penis Dance. Нет, именно ваше имя, как вас зовут. В смысле? Вы издеваетесь, что ли? Ну, как вы указано ваше имя в аккаунте? Как ваше имя в аккаунте указано? Пенис Дэнс. А, сейчас. Нет, я... ваше имя. Нет, так это мое имя. Я Пенис Дэнс. Это ник вашего аккаунта. Укажите, скажите, пожалуйста, имя, которое указано в вашем аккаунте. Ваше настоящее имя. А, так это инкогнито. А это вам зачем? Что? Это вам зачем? Так, потому что вы назвали не ваш аккаунт. А чей? Это не ваш аккаунт. Я Пенис Дэнс. Какие-то есть еще у вас вопросы? Так касательно этого Ловренса, у вас есть вообще ну сервис их обслуживания? Если сломалась игрушка, обращайтесь в поддержку Ловренса. Это не игрушка, это ну кормилец мой. А сколько, я хотел бы вот узнать, сейчас что, тарификация поднялась, да? Или что, я не пойму, блин. Что-то сейчас один токен, это сколько рублей получается? Мы делаем выплаты в долларах и рублях. Ну, я понял, ну, в долларах сколько? Один токен. А? Я просто хочу, тут у меня еще один есть. Токен? У меня дочь, да, да. Один токен, это около 2 центов, да. Сколько? Это около 2 центов. $3? Нет, один токен. Да, смотрите, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы к цену вашего аккаунта и вашей работы сайта? Мне информация, которую вы говорите, мне
Да. Нет необходимости слушать. Ну да, последний вопрос, пожалуйста. Я вас не задерживаю. Да. Сейчас, вы мне скажите, вот у меня дочка есть, дочка, ей 18 лет, она может со мной присутствовать в этом разделе, вот этом вот, ну, трансы? Нет. В смысле? Нет, не может. А почему так? Она уже взрослая. Да. Алло. Что за бред?